могу сказать. Гос, конечно, отличный кайт. Очень легкий, невесомый. Настоящий дух в небе. Но, к сожалению, у кайта есть такая опция, как раскачаться в слабый ветер. То есть веса кайта недостаточно, чтобы стартануть. Вот. В этом смысле wave kite потяжелее и раскачаться им проще. Но когда гос летит, абсолютно нет нагрузки на планке, а одно удовольствие. Ну, в общем, как универсальный снаряд, наверное, мой выбор wave. И хорошие прыжки, и гидрофойл, и серф-доска. Действительно, кайт сделан с любовью. Попробуем развернуться. Так, поехали. В этом смысле вейв, конечно, просто красавчик. И прям у меня сегодня получилось, к сожалению, не снял это видео. Я катался на вейве девятки, дуло по замерам, ну, наверное, до трех падало, в среднем 5. То есть отличный диапазон. Кайт, в отличие от других моих кайтов, вообще висит в воздухе и не падает. При 3 метрах даже может спокойно висеть со слабленными стропами. Это, конечно, для гидрофойла очень важная опция. Не так страшно его уронить. Кайтов ГОС 8 или ССТ-9. Мой выбор девятка. Ну, просто я удивлен сегодня и поражен его способностью висеть слабый ветер. Повторюсь, это очень важная опция для гидрофойла, когда ветер очень сильно ослаблен. И нужно, ну, эта опция нужна, чтобы он висел и не падал, чтобы он не рухнул в воду, потому что если слабый ветер уронит кайт, то это уже все. Бывает очень сложно поднять, примерно 5 метров. Очень сложно поднять кайт. И, конечно, эта опция выручает. Вот сейчас пойдем в слип. Смотрим, как реагирует кайт. Кайт висит. Небольшая нагрузочка на планке, но я хорошо, мне не надо поднимать голову, смотреть, где кайт. Я по планке могу определить, где находится кайт. Кайт сделан профессионалами. И сделан с большой любовью и сознанием дела. Вот реально. Просто. Прям на все случаи жизни.